Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, и это все-таки третий ложик. Вот. Его я, собственно, записываю ради чего? Ради того, чтобы показать вам вот бороду свою. Какая она, видите, уже стала у меня. Трехмесячная практически борода. Вот, полюбуйтесь ее со всех сторон. Вот так, вот так. Ну, собственно, вот вы посмотрели на главное. Ну и все, всем пока, прощайте. Увидимся в июне, как я и говорил. Все, всем пока-пока. Нет, я, конечно, шучу. Еще немножко поговорим с вами все-таки. Я уже 4 часа стою вот на корме нашего славного пароходика Ерофей Хабаров. Находимся мы сейчас в Пусане. Вот, здесь уже, в принципе, достаточно такая весна, теплая. Но все-таки сейчас вечер, сейчас опять время около ноля. Поэтому прохладненько. И вот я 4 часа стою, вот видите, я в куртке в такой тут, в кофте. Все-таки продрог малость. Все почему? Потому что Wi-Fi только здесь ловит. Мы стоим сейчас совсем в другом месте, и у меня нет возможности отправиться в центр моряков, где я раньше был, у меня доступ к интернету. Сейчас вот на корме тут ловлю осколки Wi-Fi. Тут рядышком типа кафешка что-то. Мадонна называется. И вот это Мадонна, значит, нам немножечко Wi-Fi дает. Вот, ладно. В общем, что хочу сказать. Если честно, я уже начинаю тут немножко задалбываться. Надоело мне уже здесь. Но ничего не поделаешь, надо продолжать. Наметил, вот как я на начало июня свое путешествие, надо продержаться. Вот. Заработать денег побольше, хотя всех денег не заработаешь, но все-таки кое-какую сумму надо сколотить. Вот, и в начале июня спешусь отсюда. А до того момента придется морячить, и следующая ходка у нас будет в Сингапур. Сейчас мы стоим в Пусане на небольшом таком ремонте, можно сказать, больше профилактическом. Хотя что-то ломается постоянно. Вот сейчас зашли, потому что у нас гидравлика сломалась. Все течет, масло постоянно вытекает. Ходим, скальзываемся. Вот. Ну, простоим мы здесь парочку дней, даже может быть меньше. Может быть завтра уже уйдем отсюда, так что... И предстоит долгий переход до Сингапура. Вот. Больше 10 дней туда, где-то 11-12 дней. Там где-то сутки будем стоять грузиться. И больше 2 недель назад ехать на Сахалин. Повезем какие-то фельдеперсовые трубы для Газпрома. Вот. Меня за эти слова вообще расстрелять могут нахрен. Ну и слово. Вы меня не подведете. Вот, а когда вернусь с Сингапура, это уже будет, ребята, начало мая, и там останется месяцишку продержаться, а может и того меньше. Вот, так как интернет тут слабенький, постараюсь эту серию сделать как можно более короткой. Что меня, блин, расстраивает, ребята? Сезон Формулы-1 начался, 20 марта Гран-при Австралии был, а я его пропустил, черт возьми, не было моего чуткого надзора, значит, вот за этим действом великим. Но сегодня, вот, благо интернет есть, зашел, посмотрел и очень обрадовался результатом. С одной стороны, опять все то же самое, 2 Мерседеса впереди, вот, но... Меня порадовало, что Росберг впереди Хэмилтона и
Хэмилтон тоже финишировал, значит, на трассе, видимо, он как-то его обошел. Хотя я знаю, что стартовал по Хэмилтон с пола, Росберг был вторым. Ну, видимо, была борьба. Это не может не радовать, что с первой гонки Росберг дал все-таки бой Хэмилтону. Так что, если опять будет гегемония Мерседесов, может быть, будет интересная борьба между ними. Вот, это меня немножечко печалит. Но сейчас вот пытаюсь скачать это гран-при, если удастся, то вот буду его до дыр засматривать по пути в Сингапур. Вот, выучу наизусть. Вот, это то, что меня расстраивает. Но, с другой стороны, конечно же, поздравляю всех любителей автогонок с началом нового сезона. Просто новая жизнь, можно сказать, началась. Вот. Так, что еще хотел сказать? Еще... про наших баранов. Продолжаю катать Гран-туризмо. Получается, не часто. Сейчас довольно много работы. Вот, свободного времени мало, но в прошлый раз я вам говорил, по-моему, осталось 3 трассы сдать мне на золото. Сейчас всего лишь одна осталась. То есть удалось мне проехать Trail Mountain сначала. Причем я не ожидал, что Trail Mountain мне так дорого дастся, так сложно. Но все-таки сдал. И сдал Special Stage R5. Осталось R11 докатить. Изначально у меня до золота не хватало там штука около 4 секунд. Сейчас осталось 60 всего. Так что думаю, что по возвращении из Сингапура у меня уже будет лицензия A-International золотая и, соответственно, Nissan Nismo 400R. Вот. Ну и там возьмусь за Gran Turismo 2. Да, дело продвигается быстро, но что же делать, хотя бы так. Да, и повторюсь, для, ну, не знаю, я так по комментариям посмотрел, что немногие, может быть, полностью все видео смотрели прошлое. Вот, повторюсь, что я не выкладываю очередные серии просто потому, что, ну, во-первых, у меня нет интернета практически. Никогда нету доступа постоянного, вот только в таких случаях, когда мы заходим в Пусан. И Б, это я бы мог, допустим, записывать видео в рейсе, да, потом приходить в Пусан, вот, и выкладывать их сразу пачкой. Но у меня ноутбук мой не тянет программу записи, ну, захвата видео. То есть он работает на DirectX 10-м, а для OBS нужен 11-й, и, соответственно, я не могу им пользоваться. Да и вообще он у меня очень слабый, это у меня нетбук даже, а не ноутбук. Видите, сейчас я даже себя записываю, и видно, как тормозит, не вытягивает даже это. Вот, поэтому по техническим причинам, собственно говоря, и по тому, что я, собственно говоря, отсутствую у себя дома, вот, я не могу сейчас заниматься непосредственно прохождениями, да, какими-то видеороликами. Вот, вот могу только изредка встречаться, у нас раз в месяц где-то. Вот, ну, благо вот еще в Пусан заходим, а так бы и того меньше было бы. Вот, поэтому могу только вот ложить, пилить такие вот, что называется, на коленке собранные. У меня даже нет возможности отредактировать это видео, вот, которое сейчас я пишу. Поэтому, ну, не обессудьте, еще раз прошу прощения за это, но вот так вот сложилась ситуация. Я ни в коем случае не бросаю свое дело. Опять же повторюсь, в июне, в начале, может быть, в начале, в конце мая я вернусь и, соответственно, продолжу заниматься своим делом, упражнениями, роликами и прочим. Вот, такие дела. Ну, на этом, наверное, все. Уже к 10 минутам время подходит. Поэтому давайте прощаться. Не судите строго, может быть, за сумбур какой-то, ну, потому что все действительно сумбурно.
Вот, и куча мыслей в голове, они путаются. Вот, поэтому. Но основное я вам сказал. Вот. В мае где-то в начале вернусь, может быть, где-то в начале, в середине мая еще видосик будет, а может и не будет. Если мы по пути с Сингапура сломаемся, то тогда будет. Если нет, то, наверное, уже до июня и до вещания из дома. Вот. Еще напишите в комментариях, пожалуйста, вообще нужны ли вам вот эти вот блоги мои. Ну, думаю, что, в принципе, неплохо, если нет каких-то других видео от меня. Ну, вот хотя бы видите, что я жив, здоров, борода растет. Я как бы тут с командой поспорил, что я все 5 месяцев эти бриться не буду, стричь бороду. И вот, в общем, в конце июня вернусь домой, опять же таки бриться не буду. И, наверное, еще видосик дома запилю, чтобы вы вот посмотрели, какая у меня 5-месячная борода будет. Вот. Вот такие дела. Ладно, все, прощаюсь на этом с вами. Спасибо большое за внимание, что смотрите, комментируете. Мне это очень приятно. Спасибо большое одному из последних подписчиков. Очень такой парень плодовитый, что называется, на комментарии. Спасибо тебе большое. Извини, если я сейчас неправильно назову. По-моему, Игорь Игрок. Вот, ну и, естественно, привет всем старым подписчикам, моим завсегдатам. Вот, привет родному краю, привет матушке России. Вот, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылки будут под этим видео внизу. Вот, ну а с вами был, как всегда, Скудер, уставший моряк. Все, всем пока-пока, спасибо за внимание, увидимся, обязательно увидимся в следующих видео.